Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу сделать видеообзор нашего дома и той местности, где мы проживаем, того района, где мы живем. Так, начинаем смотреть. Это наш дом. Вот так вот он выглядит. Вот это, он состоит из нескольких подъездов. Вот это один, второй подъезд, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой, наверное. Даже восьмой, восемь подъездов здесь. Такой один большой дом. Это двор дома. Ворота. Так, сейчас мы прогуляемся по нашему району, где мы живем. Посмотрим, как он выглядит. Вот наш дом, он состоит из 8 подъездов, как бы вот такой довольно-таки большой дом. Здесь вот начинается с нашего, с 29-го, и идет на убывание до 20, наверное, 19-й, до 17-го дома. Здесь в Германии немножко идет другой, как бы, нумерации домов. Вот один подъезд, это номер, допустим, у нас 29, а номера квартиры здесь нету. Здесь дом номер 29 просто. И подписаны фамилии, кто проживает в каждой квартире. На этом все, больше как бы никакой квартиры не указано. Как в России, там нету дом 29, квартира 1, 2 или 3. Нет, этого здесь нету. Здесь только номер дома. Вот тоже. Это все наш дом. Какой красивый балкончик. Сам дом тоже довольно-таки старый. Вот так вот он выглядит. Это улица, на которой мы живем. Там вот дальше пошли более современные дома. Если наши дома начала 900-х годов постройки, вот эти вот все, они начала 900-х годов постройки, то здесь более современные дома уже пошли. Вот он стоит, многоэтажный дом, мы рядом с нами практически, и тут уже более современный. Вот тут школа там вдалеке виднеется, как я говорил, она рядом с нами, школа. Это уже другая улица, которая находится рядом с нашей. Вот Баумарт прямо рядом с нами находится. Зондерпрайс Баумарт называется. Такие вот дома стоят. Много деревьев в нашем районе. Здесь вот гаражи. Кстати, да, хочу заметить, что сегодня у нас воскресенье. Где-то, наверное, время 2 часа дня, и людей, как вы заметили, опять нигде нет.
Это так всегда бывает постоянно. Я людей здесь только видел на празднике, на пашенге, на карнавале, и все. Очень много деревьев здесь вот по кругу вообще, очень много в нашем квартале. Спокойствие и тишина.